Барселона превратилась в европейскую столицу голубых. Каждый год сюда прилетает свыше 150 тысяч туристов-гомосексуалистов. Этой ночью нас пригласил на свое выступление один трансвестит. Первый в мире отель только для голубых. Когда ты понял, что тебе нравится быть женщиной? Я единственный брат среди трех женщин, и моя мать – это четвертая. Кругом была женская одежда, барби, каблуки. Я взял каблуки моей мамы, прошелся туда-сюда. Ты ходишь ночью. Что предлагает Барселона для общества геев? Барселона имеет гей-точку. Есть такой район. Мы называем это Шампле-гей. Эй, там супер много мест для геев. Это стоит посмотреть. Холли, тебя все рассматривают, тебе нравится провоцировать людей? Конечно, мне нравится. Посмотри на меня, ведь я красивая. Где собираются голубые? В этом месте. Он недавно открылся. Пим-пам-бум. Там педиков больше, чем надо. В Барселоне все лесбиянки собираются только здесь, на дискотеке под названием Айре. Но часто лесбиянки ходят с педиками, и потому можно сказать, что это для всех гомосексуалистов. Так, Оскар, для людей, которые хотят развлечений, выпить и немного секса, то на Казанова вот это и есть место. Это единственное место в Барселоне, где есть кабинки. Можешь выбрать себе партнера и там заняться сексом. Приходят часто люди, как ты, которые женаты, чтобы испытывать новое ощущение оргазма. Есть, которым нравится смотреть, а есть, которые любят смотреть. В Казанова разрешено все. Хочешь увидеть дискотеку? Конечно. Это арена, это классика Барселоны, со старым мышлением геев и известна всем из-за своего темного помещения. Познакомлю тебя с друзьями, супер-танцорами, которые танцуют здесь прямо до скандалов. Вы где так научились танцевать? Мы смотрели видеоклипы, пробуй добавлять свое. А это хореограф. Боже мой. Это все года работы танцовщицы. Так одеваетесь? Мы все так одеваемся, правда, поменяли правила и носим теперь брюки. Вам очень нравится привлекать внимание людей? Да, очень. У вас это получается? О, да, конечно. Нас тут все знают. Открой глаза. Эти голубые роковые глаза. Вы носите линзы? Да. А это мое кольцо доверия. В эту пятницу у меня будет свадьба. Поздравляю. Чего вам стоило раскрыться, что вы геи? Я с самого начала все рассказал своей маме, без всяких проблем. Мои друзья тоже не идиоты, и с самого детства все видели, кто я такой. Ваши родные видели хоть один раз, как вы танцуете? Да, приходят моя мама, тетя и двоюродная сестра. А у меня приходила бабушка. Твоя бабушка? Да. Какие здесь ночи в Барселоне? Очень живые, интересные, веселые люди. Все друг друга уважают. Все живут своей жизнью со своей выпивкой. Так, Оскар, сердце мое, я остаюсь и закончу свой вечер тут. Я очень надеюсь, что тебе понравился голубой вечер в Барселоне. Спасибо за все, Холли. Не за что, до встречи. Охранник, почему я должен слушать этого парня, который мне говорит, как я должен одеваться? Я тебе не говорю это, я тебе говорю, что ты находишься в общественном месте. И ты тоже. Но я одет хорошо. Ой, ну не знаю, хорошо ли ты одет. И я должен переодеться, потому что, говоришь ты, сегодня день голубых. Мне похер, сегодня день всем дать вам пиздячек. Хочешь узнать, как тебя ёбну? Я тебе сейчас сделаю гетеросексуалом через пиздячек. Не трогай меня, а то сейчас такое начнется. Да ну, давай попробуй, давай. Начинай делать. Я тебе ничем не мешаю. Я пойду куплю свой гамбургер, сяду и его съем. И ты мне не можешь что-либо говорить, потому что я тебе ничего не сделал.
Теперь, когда ты выйдешь, я тебя точно ёбну. Я выбью всю голубизну из тебя. Можешь звонить куда хочешь, хоть в полицию. Против тебя я ничего не имею. Не трогай меня, я пришел с ним, и меня не трогай. Я тебе ничего не сказал плохого. Лично ты меня не уважаешь, потому что так оделся для общественного места, где находятся маленькие дети.